прогулочного теплохода «Крым» приветствует вас на своем борту и желает вам приятной морской прогулки. Мы с вами отправляемся в восточном направлении, населенный пункт, который является своеобразным географическим антиподом Семиза, так как находится на равном расстоянии от Ялты, так же как и Семиз. В западном направлении, в 19 километрах, Борисов находится так, на таком же расстоянии, только в восточном направлении. Сейчас, уважаемые пассажиры, перед вами открывается красивейшая панорама Семийского горно-приморского амфитеатра. Конечно, виды, которые открываются вам со стороны моря, непревзойдённы. Сравните с тем, что вы можете увидеть с берега, просто немыслимо. Вот там за кормой сейчас у нас остался в отдалении мыс Кикинеис, он так называется. На местном диалекте происходит название от греческого кит, лебедь. Так что трактовать его можно, как и ребяжий. Видите, там за кормой поселок Кацивели, это поселок астро- и гидрофизиков. Первое отделение гидрофизического института здесь появляется еще в 1920-х. Скачает плотных звуковых колебаний, так называемого голоса моря. И в результате многолетних исследований было выяснено, что очень пагубно воздействует на человеческий организм вот эта низкочастотная звуковая волна. Результатом воздействия на организм человека являются многочисленные летучие голландцы, бороздящие просторы Мирового океана. Также видна в полукилометре от берега океанографическая платформа, тоже принадлежащая институту гидрофизики. Конечно, привлекает свое внимание гора Кошка, которая располагается в самой юго-западной части Семийского амфитеатра. Вот эти очертания скалы, голова со остроконечным ухом, шея и крутая изогнутая спина на самом деле очень сильно напоминают это причудливое животное. Гора Кошка является продолжением хребта, тянется в направлении юга от подножья главной гряды и завершается там у самого берега вот этой грандиозной 250-метровой вершиной. После ниже ее у самого берега 54-метровый утесок называется Дива, правильнее Джива, а напротив нее на берегу также остроконечный покрытый лесом утес называется Патная Исан, Легенуэзская скала. Вот этот комплекс скал у самого берега местные жители называли Дженевес или Джива, Джива, так как именно так они называли генуэзцев. А там существовало генуэзское укрепление. Остатки этого укрепления вы можете там легко увидеть, поднявшись на Панея Иссар. Панея Иссар — это значит крепость Панея в переводе, а само слово Панея — это искаженное греческое Пан Агиос, все святые. Именно так назывался византийский храм, который там располагался до генуэзского укрепления, датируется он 10-11 веками, погиб в результате пожара. Об этом говорят раскопки, проводившиеся здесь в конце 50-х годов. Как вы видите, даже отсюда Семиз в своей юго-западной части утопает в зелени парков. Эти многочисленные парки здесь были по большей части разбиты уже в начале 20 века. Также среди этой зелени очень много архитектурных сооружений причудливой архитектуры. Это стиль модерн, очень характерный для начала 20 века. Все эти архитектурные шедевры, которые вы видите, гуляя по Семизу, да, вот сейчас со стороны моря все это остатки роскошного курорта, первого европейского курорта на побережье, который назывался Новый Семиз, который появляется здесь в 10-е годы 20 века. Обратите внимание на живописные горы над Семизом. Главное украшение южного берега — это, конечно, горы. Они украшают, причем неповторимо, каждый горно-приморский амфитеатр. Вот здесь над Семизом находится одна из высших точек Агидринской Ямы, в самой северо-западной части, там, где вы взглядом провожаете хребет Лемены, которым заканчивается Кошка. Выше горы, вот там над ним, над этим лесистым хребтом, виднее
имеет соответственная несимметричная вершина. Она называется Атбаш, голова коня, и высота 1196 метров. Ниже в пригорной полосе отдельно стоящие вершины, самая западная у Ленинского хребта называется Ташметрика, ведь как раз сходство в очертаниях с Айметрой, которую вы видите сейчас на севере, она завершает вот эту грандиозную горную стену своими причудливыми зубцами. Выше и севернее, покрытая лесом, в верхней части огромная скала, она называется Чакатаж, сторожевой камень. Само же происхождение названия Сибирь, скорее всего, все-таки связано с вот этой скалой или горой Кошка, которая остается все далее за кормой. Она очень хорошо видна со значительного расстояния со стороны моря, но издавна была чудесным указателем, приметой, указывающий на расположение Симеиз. На самом названии говорит за себя. Симеиз в переводе знак, примета, символ. Об истории Симеиза и до средневековья мы практически ничего не знаем, как и о других населенных пунктах побережья. Известно, что здесь со середины 14 века, точнее после 1380 года, появляется небольшое укрепление торговая фактория. Такими торговыми факториями было усеяно все южное побережье, только лишь на востоке и на западе побережья существовали крупные генуэзские центры. Это в первую очередь Гафа, нынешняя Феодосия на востоке, и, конечно, на западе Чиппало или Чиппаль, это нынешняя Балаклава. Остальное же южнобережье, вернее, вот этот промежуток между этими главными укреплениями, базами генуэзцев, только крошечные торговые фанесы нынешние. Дело в том, что в верхней части горы находится старое укрепление, вернее, его остатки. Оно существовало еще с периода, когда на этих берегах жили тавры, то есть это 3-5 века до нашей эры. Именно этим периодом оно датируется. Позже оно было заброшено, использовалось местными жителями в качестве закона для скота, кошары. Отсюда и название скалы, Кош-Калья, то есть скала с кошарой. Когда здесь стало преобладать русскоязычное население, название изменилось в сторону более благоприятную, благозвучную для русского уха. Таким образом, гора Кош-Калья становится кошкой. Хотя, повторяю, как вы сами видите, очертания этого животного угадываются. И чем далее мы будем удаляться, тем это сходство будет только усиливаться. Ну а сейчас мы с вами проходим небольшой хребет, он является водоразделом, отделяя восточной части Симеиский горно-приморский амфитеатр, лежащего далее к востоку Алупкинского. Называется хребет Стамос, по-гречески Карабаир на крымско-татарском. Черный, темный, как обычно переводит его название. В самой верхней его части, у подножия главной гряды, сейчас у нас на траверзе, то есть строго перпендикулярно по левому борту, хорошо видна остроконечная треугольная в очертаниях скала с ярким желтым пятном в центре. Она называется Шагинкая или Шаанкая, Соколиная в переводе с крымско-татарского. Высота на 880 метров. Она интересна тем, что имеет отрицательный угол наклона. То есть камень, сброшенный с ее вершины, падает в подножье не ближе, чем 20-30 метров. Сейчас этот угол не виден, конечно, но когда мы подойдем к причалу Мисхора, вы в этом сможете убедиться. Она очень эффектно смотрится со стороны. Семейс, который мы с вами оставляем за кормой, считается местом с наиболее благоприятным климатом на побережье. Климат здесь и в самом деле очень мягкий. Здесь отсутствуют перепады атмосферного давления. Ветреных дней в году, штормовых, я имею в виду ветреных дней в году, очень мало, чуть более 20. К тому же 17-градусный склон Симеиза не дают задерживаться на побережье туманом. По этой причине их всего до 18 туманных дней в году. Воздух над Симеизом лишен механических примесей, конечно же, насыщен многочисленными фитонцидами, летучими веществами, которые выделяют не
только субтропические парки синицы, но также исходные реликтовые древостои, которые во многих количествах сохраняются. В прибрежной части это в основном древостои из можжевельника древолимного или высокого. А вот здесь, на этом отрывистом берегу, который мы с вами только что миновали, как на срезе, прекрасно видны породы, слагающие основание платформы Крымских гор. Горы эти двуслойные, если упрощать дело. Их платформа основания слагают вот эти глинистые сланцы и песчаники, которые вы видите. Они поднимаются до отметки 300 метров над уровнем моря. Выше их залегают массивы промаризованных известняков. Как видите, они даже цветом резко с ними контрастируют. Вот это двуслойное строение Крымских гор, в особенности главной гряды, во многом обеспечивает южнобережье водой, водными источниками, так как воды, дождевые талые, проникая в промаризованные известняки в их толщу, как сквозь горку проходят сквозь них, насыщаясь при этом минеральными солями, а вот достигая водоупорного слоя из глинистых сланцев, они выходят на поверхность многочисленными источниками и истоками южнобережных рек. Это же и причина многочисленных оползней южнобережья, так как эти воды смачивают водоупорные глинные сланцы, и они создают очень скользкую постилку, по которой отделяющиеся периодически от яевые массивы известняка сползают, скатываются по наклонной поверхности в сторону моря, иногда достигая его, иногда застывая в средней горной полосе. А перед вами сейчас практически на траверсе лучшее сооружение южнобережья, построенное еще в 30-е годы 19 века и дошедшее до наших дней, единственное, дошедшее до наших дней совершенно без изменений и перестроек. Это, конечно, Лубкинский дворец князя Михаила Семеновича Воронцова. Дворец этот проектировал и строил известнейший английский архитектор Эдвард Блор. Причем сам Блор никогда в Лубке не был, он не был даже в России. Его в Англию привезли за рисовки местности, по которым он и проектировал сооружение. Причем он очень органично вписал зубцы башенки дворца в зубцы Ай-Петри. Между ними просматривается с определенных точек заметная симпатия. Дворец этот построен в английском стиле Тюдор 16 века. Хотя его южный фасад украшает очень органично вписанная сюда деталь восточной архитектуры. Это вот эта высокая узкая арочная колоннада, которая называется Альгамбра. Вот этот узкий высокий портал скорее напоминает порталы мечети и мавзолея Могольской Индии. Завершает ее грандиозная лестница, украшенная тремя парами мраморных львов. Нижняя пара спиц и не пробуждается, а верхняя уже готова защищать вход во дворец. Строили его довольно долго, 18 лет, хотя строительство продолжалось и после. Из местного серо-зеленого диабаза возвели это сооружение. Это очень ценный отделочный материал, хотя выходы его в значительных количествах встречаются над Алубкой у подножья Ай-Петринской Елы. Материал этот настолько ценен, что один из свидетелей строительства, литератор Всеволожский, в 19 веке, увидев, из чего строится дворец, в сердцах обронил. Мне бы табакерку из такого камня, а здесь из него целый дворец. Обошло строительство Воронцову в 9 миллионов рублей серебром. Все континенты земного шара.
Происхождение названия Алупка имеет греческие корни. Происходит от греческого слова «алеппо» – «лиса», «лисица». Так что трактовать название населенного пункта Алупка можно как «лисья». К северу от Алупки вы видите приземистую, покрытую лесом вершину. Она называется Алупка-Иса – крепость Алупка. На ее вершине сохранились остатки средневекового укрепления, контролировавшего дорогу, ведущую с одного из перевалов вот чуть западнее, и Петри спускался в Алупкинскую долину. Называется он Иесис-Сахар-Багас – запретный перевал в переводе с крымско-татарского. И вот, наконец, Ай-Петри у нас на траверзе. Гора Святого Петра, пожалуй, самая популярная и известная вершина на побережье. Вы очень часто в топонимике побережья будете сталкиваться с вот этим коротким странным словом «ай». Это искаженное местным диалектом греческое слово «агиос» или «айос». И каждая такая приставка указывает на располагавшуюся в данной местности культовую постройку. То ли монастырь, то ли базилика, то ли часовня. У Зубцова и Петри в средние века располагался монастырь Святого Петра. Его остатки там фиксировали еще в конце 18 века первые исследователи побережья. Это Карл Габлис, академик как доктор Симон Паллас и многие другие. Высота и Петри 1234 метра. Как видите, на вершину можно подняться на канатной дороге. Она была построена в 1987 году. Хотя ее первоначальный проект разрабатывался еще в 30-е довоенные годы. Они занимают 20 минут. Оказывайтесь в климатических условиях, которые напоминают скорее климат средней полярцы России, наиболее всего климат Подмосковья. С подъемом горы на каждые 100 метров температура воздуха падает приблизительно на 1 градус. Можете подсчитать, какова она сейчас на высоте более 1000 метров. Пассажиры, мы продолжаем нашу прогулку. Команда приветствует прибывших с причала санатория Ай-Петри пассажиров. Вот сейчас они могут полюбоваться вершиной Ай-Петри, которую видят ежедневно, но несколько в ином ракурсе, уже со стороны моря. По своему геологическому происхождению вершина Ай-Петри является древним ископаемым коралловым рифом. Наряду с горой Сокол, урочище Новый Свет близ Судака, и вершиной Челеби, Яурн, Дели близ Фароса. Формировались эти древние коралловые рифы в теплых прибрежных водах океана Тетис около 190 миллионов лет, да, которая будет нас сопровождать сегодня на протяжении всей нашей прогулки, тянется на 160 километров. От Феодосии на северо-востоке до Балаклавы на юго-западе. Вот сейчас вы можете окинуть ее уходящую на запад взглядом и полюбоваться еще раз с этой точки. Она чудесно просматривается и хорошо видна сейчас вот эта соколиная скала, выглядит.
вытянуто несколько в южном направлении с этим огромным желтым пятном в центре и своим отрицательным углом наклона. Вот этот отрицательный угол наклона долго не давал покоя крымским скалолазам, но в начале 60-х два ялтинских альпиниста все же покорили эту вершину, хотя подъем продолжался целую неделю. Спать им пришлось в подвесных гамаках, а забить при этом более 300 страховочных крючьев. А у самого уреза воды вы сейчас наблюдаете яркое изумрудного цвета зелень. Это огромный Мисхорский парк, протянувшийся практически от корпусов санатория Айбета и сюда до Мисхорского причала. Это самый старый парк побережья. Он был заложен в конце 18 века. Мы же с вами сейчас подходим к причалу Мисхора, и вот, к сожалению, у причала стоит корабль, и он как раз будет закрывать от вас самую интересную достопримечательность побережья Мисхора – это знаменитую русалку. Вы видеть ее можете сейчас. Она вот у нас на траверзе между двумя бунами на пляже, который по левому борту, левее причала. Видна усаженная ребятнёй эта знаменитая мисхорская русалка. К сожалению, когда мы будем стоять у причала, ее уже вы не увидите. Это главная достопримечательность Мисхорского побережья. Появилась здесь в 1903 году. Это работа знаменитого эстонского скульптора Адамсона. Адамсон, к тому же, спроектировал и построил в Севастополе памятник затопленным кораблям.